Мы находимся в кинотеатре «Синема Плюс», где сегодня будет проходить обсуждение деятельности кинотеатра в постпандемический период. Интересно, как скоро мы сможем вернуться к привычному формату? Кинотеатры ⁇ один из секторов наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19. Согласно постановлению Кабинета министров от 24 сентября 2021 года, с 1 октября возобновили свою деятельность объекта культуры, среди которых были и кинотеатры. Но работали они только при условии, что их общая вместимость не будет превышать 50%. 30 декабря Агентство развития малого и среднего бизнеса «Кобия» и сеть кинотеатров «Синема Плюс» обсудили деятельность кинотеатров на фоне ослабления ограничений в связи с пандемией. В мероприятии приняли участие председатель наблюдательного совета «Синема Плюс» Заурда Рабзаде и председатель правления Кобия Орхан Мамедов. Председатель Коби отметил, что снятие ограничений на деятельность кинотеатров важно для возрождения и развития киноиндустрии. Также Орхан Мамедов заявил, что пандемия создала новые нормы поведения и другую реальность. Распространение платформ онлайн-сервисов оказало значительное влияние на способность людей смотреть новые фильмы. Но в любом случае кинотеатры способны противостоять инновационным технологическим разработкам и конкурировать с ними. Развитие культуры и творческой индустрии, в том числе кинотеатров и кино, находится в приоритетной повестке дня правительства. Председатель Кобиа подчеркнул, что предложения и идеи, высказанные в ходе сегодняшних обсуждений, а также совместная деятельность в будущем, будут способствовать дальнейшему возрождению отрасли. Председатель наблюдательного совета сети кинотеатров «Синема Плюс» Заурда Дарабзаде, в свою очередь, отметил, что если бы кинотеатры работали до двух часов ночи, то это принесло бы большую пользу, так как многие посетители выражают недовольство отсутствием ночных сеансов.